Даша, почему не убрано? И в дневнике одни двойки. Ты что, дворником работать хочешь? Или будешь сидеть ВКонтакте всю жизнь? Ой. Ты что, все еще сидишь ВКонтакте? Да, Даша, Даша. Даша, я тебе уже 100 раз говорила, хватит сидеть. Ты что, не понимаешь? Вика, ты моя сестра, ты мне не мама, ты мне не бабушка, не учитель. Не учи, лучше помоги и не кричи.